Все не так просто. Нужно скопить денег, все продумать. Не сорвешься же с места вот так. Я хазаню в камре 3 и 5. Наказал пятерку, а точнее ПМ5. Конкуренты мне мешают, еду их уничтожать. По-другому бизнесмен вопросы не решает, блять. Утром еду в кофемашку, ем как новенький балдан. А затем я по взрывному еду в Марик, пищу принимать. Вечер с томчиками снова под хорошее вино. Раздупляем мы галкалычи, нам очень хорошо. Не забудем никогда мы нашу камре 3 и 5. Просто взорванная тачка, и Хасаню я опять исполняю по буду себе.